Всем привет! Меня зовут Мария Романова. Я очень необычный и нестандартный человек. Почему? Потому что я люблю все очень необычное. Я люблю иногда даже создавать одежду, создавать из старой мебели классную, стильную мебель. А также я являюсь детским аниматором. До этого я была ведущей на свадьбах. Я пишу музыку. Короче, я занимаюсь всем, что можно только придумать в творческом стиле. И мне это очень нравится. Я всегда нахожу какие-то новые идеи. Это меня вдохновляет. Я создаю. Еще я увлекаюсь всякими техниками. Например, как визуализация. Я вам расскажу на личном примере, что у меня появилось благодаря этому. У меня появилось много чего. Вот. И, ну, вообще, чем-нибудь интересным я буду с вами делиться. И начну я сначала с того, что я вам покажу, как из обычного черного пиджака можно сделать очень стильный пиджак, который будет модным и вас будут замечать везде. На самом деле это можно сделать не с черным пиджаком, а можно сделать с обычным любым другим пиджаком, который вам не нравится, который какой-то может быть не стильный, обычный. У меня такой был. Он висел в каком-то, я даже не знаю, в каком-то месте, где его вообще даже про него все забыли. И тут я нашла его. Думаю, надо что-то с ним сделать, потому что я же люблю что-то необычное. Я пошла в магазин, купила термонаклейки специально для одежды. И сейчас я вам покажу, что произошло с этим пиджаком. Итак, смотрите, я купила термонаклейки. Типа фэшн, Италия, Биг Босс. Купила стразики, термостразики. И купила еще вот такую вот Эйфелеву башню. Это тоже термонаклейка. Я ее сделала как погон. Дальше я написала рич. Ну, естественно, вы, я думаю, знаете, что это значит. Если не знаете, это значит богатый. Биг Босс, Италия, фэшн, типа Англии. Или тут Франция даже почему-то. Ну, я не знаю. Короче, сам факт, что вы покупаете такие какие-нибудь прикольные наклейки и выкладываете их сначала на пиджак, и потом клеите. Смотрите, вот эти вот специальные такие вот... Боже, как же они называются? Забыла уже на русском языке. Короче, я не помню, как они называются. Я думаю, вы сами знаете. Мне их привезла подруга из Испании. Это от Зары. Спасибо большое, Настюше. Настя, тебе привет. Смотрите, дальше я сделала вот что. На спине я сделала вот такую вот тоже наклейку, приклеила. И написала сайт. Раньше это был мой личный сайт. Я раньше занималась организацией праздников. И, конечно же, мне надо было выглядеть стильно, прикольно. И в то же время, чтобы читали мою, как говорится, рекламу, которую, по которой можно было зайти на сайт. Вот, в таком стиле вот бывает у меня идея. Я придумываю, делаю. Вот, я вам в следующих видео покажу еще много чего интересного. Вот, поэтому, кому нравится, подписывайтесь. Ставьте лайки. Буду очень рада. Спасибо всем. Пока-пока.